Особняк Листа, построенный по проекту архитектора Льва Кекушева, известен как первое по времени произведение модерна в Москве. Кекушев строил дом как собственный, но позже продал его предпринимателю Отто Листу. Именно это позволило Кекушеву опробовать ряд новаторских приемов. Оригинальные перспективные порталы и наличники. Крупную сужающуюся кверху каменную кладку цоколя. Сочетание в отделке фасадов облицованных и оштукатуренных поверхностей. Визитной карточкой Кекушева стало довольно дерзкое новшество. Все его творения украшали львы в виде статуй или барельефов. Сегодня в особняке расположено представительство Калужской области.